13 января, субботний день. Улица Гледенская, казалось бы, не самая оживленная проезжая часть в Великом Устюге. Однако это не помешало двум автомобилям столкнуться лоб в лоб. Устюжанка 1963 года рождения не учла погодных условий и, выехав на полосу встречного движения, заехала под бампер грузовика КАМАЗ. Последствия ДТП вы видите на своих экранах. При обследовании места дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки содержания УДС. Водитель автомобиля ДО «Матиз» получила телесное повреждение, доставленное в Великуйскую ЦРБ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, будут приняты процессуальные решения.